Итак, вот наши петренчики, поросятки, 5, ну, 10 дней от рождения. Сейчас мы их будем прокалывать железом по второму разу. Вон у того хвост отвалится скоро. Бачите. Ну все, поехали. Колем. Давай, доставай. А хорошо, тепло, да? Суэфировитом будем колоть, ну как обычно, в принципе, железосодержащий витамин. Сейчас мы их быстренько клац-клац, и все будет бомбейски. Так, лежу. Так, давай мы начнем. Чисто белый. Их оставим. Да. Давай вот этого, а вот этот вот с этим самым придавило его трошки. Да. Синоматка. Кто у нас? Мальчик. Да стой ты. Колем пять кубов. А сюда можешь выкинуть? Да наружу? Ну, давай. Тихо. Иди. Так. Первый раз кололи. Ты первый кубика три колол, они такие крупные были. Хорош. Тьфу на них. Тьфу на вас. Да, с одной стороны, конечно, ландраса содержащие проще. Давай, ходи сюда, кастрюлька с мясом. Хорошая кастрюлька, такое мясо. Так, ну видно. Там видно. Остался вот тот чуть-чуть придавленный. Да. Заднюю часть, видно, ему мамка отдавила. Низ прижала. Так, вот этого пятнышки маленькие. Вот его большое пятнышко. Да, у них вот прямо, да не напрягайся ты так, ты человек. Сам же дергаешься, себе делаешь неприятно. А вторая бутылка у меня тут на один остался. Мама там уже их нет. Ну да. Кипишу. Все пусто. Не, мне как раз хватит. Так, давай два. Вот это. И останется. Ух ты. Капуха. Сдержал. Такие именно. Все в мамочку. Да и папочка ж такой. Папа хороший. Кабан. Давай. Вообще там хряк, а не кабан. Кабан этот, который уже все. Мама кипишует. Да ничего, пусть кипишует. Серёха, ты можешь прятать. Так, давайте мы последнего. Вон. Давай его, наверное, фоку херачу. У него этот самый. Ну, все, давай, а ну покажи мне. Отдавили ему трошки жопу. Ну то ничего. В принципе, все, что я хотел показать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.